Ребят, для любителей анаконды ее достану, покажу. Сейчас, одну минутку. Анаконда. Один цветоносик цветущий, второй бутончик. Ставим обратно. Есть анаконда, два растения в горшочке. За 40 евро. Вот такие вот анаконды здесь остались. Случается, и живность тут находится, попадается. Вот такие вот анаконды. То есть анаконда, по сути, это уже не есть что-то такое из области фантастики.